Привет всем, кто меня видит, привет. Привет. Немножко подождем, когда кто-нибудь подключится к трансляции. Сегодня у нас по плану небольшая лекция про берет. Такое очень традиционное... очень традиционный головной убор, берет, мы будем про него говорить, но еще я буду давать самые-самые простые советы, как подобрать головной убор для себя, и буду давать самые-самые простые, показывать самые простые какие-то вещи, которые у меня есть, головные уборы собственного моего производства. А также вот сегодня хочу представить новую коллекцию цепей и подвесок. Вот золотые, осенние цвета, сине-зеленый, терракота. И всех поздравляю с бабьим летом. Ну и, пожалуй, начнем. Тема у нас сегодня берет, как я уже говорила. И давайте я вам покажу... Ну, береты, которые у меня есть в наличии. Ну, вот, собственно, берет-берет. Который вот берет и больше ничего. Вот такая шапочка. Шва у нее нету. Одеваем ее любой стороной. Вот настоящий берет. Это хлопок. 100% хлопок. А стоит такая шапочка со скидкой. 1700 рублей. И эта шапка на жару или на легкий ветерок, то есть плюс 13, тоже прекрасно. А с ветровкой, с плащом все будет прекрасно. И что еще у меня есть из хлопка? Вот, собственно, вот такая шапочка готическая. Ну, такая с ушками, как чепчик, маленький чепчик. И такая шапочка, можно носить а-ля красная шапочка с ушками. И такая шапочка на жару или на легкий ветер. А такая шапочка стоит 3500. Ну, и покажу вам другие головные уборы из шерсти. Вот, например, шапка готическая, опять же, из мериноса и пуха. На себя тоже ее померю. По 50% пух, 50% меринос. И ничего другого нет, только пух и меринос. Пух альпака и... меринос. Вот. И кристалл Сваровский. Вот такая шапочка. Такая стоит 5800. И еще одну покажу. А поскольку тема у нас сегодня берет, эта шапка чуть побольше. Эта шапка из мериноса. И она большая, туда прячутся все волосы. Или вы можете носить ее как берет. Вот такая шапка, тоже готическая, тоже стоит 5800. И шапка зеленая, оттенка зеленого, с такой фуксией. На самом деле оттенок розового или оттенок красного, потому что розовый это тоже красный. И поскольку шапка зеленая... И глаза у меня зеленые. И начну я с первого и главного совета, как подобрать цвет головного убора. Очень просто. Подбираем к цвету глаз. Если глаза зеленые, значит шапочку тоже подбираем оттенков зеленого цвета. И
не смотрим на то, какое у вас пальто или там что, ну, что-то еще, да, подбираем именно к лицу. А с пальто шапку можно сосчитать с помощью аксессуаров. Вот, например, с помощью броши. Или с помощью перчаток, сумочки, шарфа. И вы можете создать гармоничный образ по цвету. Цвета все будут сочетаться, но главное, что шапку будет украшать вас, ваше лицо. А какие еще существуют цветовые гармонии? Я вам рассказываю про самые-самые простые. Вот вообще самых простых гармоний, ну, это сложная наука, цветовые гармонии, это цветоведение или колористика, в общем-то, и чтобы разобраться и подобрать цвета, оттенки цветов для себя, ну, можно самому погрузиться в предмет или обратиться к стилисту. Кстати, 3 октября мои знакомые стилисты, у которых на двоих 20 лет стажа работы стилистами, работы на телевидении, это Катя Панина и Люба Горшенина, они проводят лекцию на тему «Модные цвета осени». И, в общем-то, если вы хотите глубже погрузиться в предмет, и вам некогда разбираться самому, можно обратиться к стилисту. Вот, например, 3 октября будет их лекция, и я размещу в комментарии под видео ссылку на их лекцию. А я продолжу про цвета, про гармонии цветов. И самые-самые простые, ну, гармонии, это значит, что необходимо и достаточно. Вот берем 2 этих цвета, и ничего другого уже не надо. Вот, одеваем красное платье, добавляем зеленый шарфик или зеленую сумочку, или наоборот, зеленое платье и красный берет. И все, и ваш образ гармоничен. И самые-самые простые вот гармонии цветовые – это гармонии дополняющих цветов. И состоят они из 2 цветов. Или оттенков цвета. То есть можно брать не чисто зеленый, как трава, да, а оттенки сине-зеленый, например. И не чисто красный, как кумач, да, алый, а вот бордовый или терракота. Вот, кстати, терракота, сине-зеленый, да, оттенок. Вот. Это немножко мы играем с этой цветовой гармонией. Вот самое простое – это синие и зеленые сочетания. Ой, красные и зеленые. Синий волос. И почему же красный цвет мы в России так любим? Ну, Красная площадь. Да, у меня даже есть картинка на эту тему. Вот она. Красная площадь. Красная палата. В смысле не только красного цвета, но и в смысле красивая. Ну и красная рубаха. Красный сарафан. Дело в том, что эти все сочетания цветовые, они не случайны. Они обусловлены физическими законами. Тем, какое излучение идет от солнца, как преломляет его атмосфера и как работает наш глаз, как устроена сетчатка нашего глаза. И еще они обусловлены тем местом, где мы родились. И вот в России мы все любим красный цвет и его оттенки. Почему? Дело в том, что у нас очень много леса, очень много зелени. Когда вы летите на самолете и смотрите в иллюминатор, вот взлетаете вы над Россией, лес, 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 лес. Чем дальше, тем меньше его. И лес заканчивается, и дальше работают другие цветовые сочетания, и другие цветовые сочетания кажутся местным обитателям самыми красивыми. А нам, русским,
или россиянам, или жителям средней полосы, нам кажется самым красивым красный цвет, и дополнительным к нему является зеленый. И есть еще две гармонии дополнительных цветов, про которые я вам скажу в конце лекции. А также дам советы, еще другие советы, как правильно подобрать головной убор. Самые простые советы, потому что если мы хотим сложнее, то это мы разбираемся и обращаемся к стилистам. Итак, сегодняшняя наша тема – берет. Ну, берет появляется в эпоху Ренессанса, в эпоху Возрождения, как и множество других головных уборов, которые, в общем-то, мы все теперь знаем. И всякие кепочки, и чалма, и различные другие шапки. А дело в том, что в средние века рыцари сходили в крестовые походы, понабрались там всякого, и привезли в Европу различные головные уборы. Вот уже тюрбан, чулма, это, в общем-то, навсегда это сохранилось. И, собственно, берет тоже. Ну, вот здесь вот разнообразие всяких головных уборов на картине эпохи Возрождения. Вот здесь очень интересно, да, это часть процессии семейства Медичи. Тут и соломенные шляпы такие примитивные, и тоже тюрбаны намотанные, и разнообразные шапки, чего только нет. Вот. И вот я задавала вопрос в Фейсбуке. Я спрашивала, что такое на голове этой дамы. А вот на голове этой дамы берет. Именно так он выглядел в эпоху Возрождения. У берета были поля. Вот верхняя часть плоская, это, собственно, берет. А дальше у него поля, как у шляпы. Но только тульи высокой, да, как у шляпы, нет. А сразу идет вот такая мягкая плоская часть, как у берета, собственно. Носили женщины, носили мужчины. Женщины одевали на голову золотые сетки, украшенные жемчугом. Да, вот так, собственно, тоже. Дальше одевался берет. Берет был украшен жемчугом и перьями, и поля берета разрезались разнообразным образом. И, кстати, обратите внимание, какие цепи. Мода циклична, цепи снова в моде. Да, вот у этих дам эпохи Возрождения, это, кстати, немецкие дамы, у них на головах береты. Ну, мужчины тоже носили береты. Это, собственно, как и во все века, женщины и мужчины друг у друга воруют предметы одежды и носят с удовольствием. А, Генрих VIII, он в берете. Вот знаменитый душегубец Генрих VIII, кстати. Очень интересная деталь. Обратите внимание на чулочки и как они обтягивают ножки. Дело в том, что практически до 20 века предметом любования у мужчин были ноги. Существовали подкладки на икры, чтобы ноги смотрелись мускулистыми, стройными и красивыми. А предметом любования у женщин были плечи, шея и плечи. Да? И только в 20 веке все поменялось. Все стало наоборот. Теперь все любуются женскими ногами и мужскими плечами. Ну, вот здесь Генрих VIII, он тоже в берете. И вот, собственно, настоящий берет, сохранившийся, да, музейный экспонат. Ну, вот берет с полями. Да, и Рафаэль, вот тоже это в маленьком беретике. Ну, перед этим был большой берет. Здесь тоже берет с полями, ну, с маленькими полями и маленький берет. А берет возвращается в моду в эпоху ампира.
Помните, Татьяна на балу, кто там в малиновом берете, да, Евгений Онегин? Кто там в малиновом берете? А, кстати, самое главное, не сказала в самом начале, да, берет, откуда такое название? От латинского birus, что означает красный. Собственно, берет всегда вначале был красным. И, ну, и только уже позже он стал всех других оттенков, каких мы только себе представить можем, да? И вот и в эпоху ампира в 19 веке берет возвращается в моду. Он потерял поля, видите, полей у него нет. Но он по-прежнему огромный, по-прежнему богато украшенный. Оттенков красного цвета, красный, бордовый, малиновый. И он будет украшаться перьями и всем чем угодно. И надо отметить, что в эту эпоху берет это головной убор для бала. Вот, собственно, моды того периода, периода ампира. И также на бал можно было прийти в тюрбане. А в повседневности на каждый день, да, вот дамы носили чепец, который позже превратится, чепец позже превратится в капор. Но об этом будет отдельная история. Вот. И вот такой огромный берет, украшенный перьями, тоже оттенка красного цвета. Здесь вот из ткани с золотым шитьем. Ну и уже 20 век. Что происходит в 20 веке? Берет становится маленьким. Постепенно. Теряет украшение, становится маленьким. Ну, вот такой тоже берет. Сейчас мы знаем совершенно разные оттенки, да, у беретов могут быть. Да, это вот буквально рекомендации дизайнеров на эту зиму. Вот такие опять огромные береты и вот такие маленькие береты. Ну и вот такая игра с картиной, да? Итак, берет сегодня, сейчас может быть совершенно любого цвета. И это очень удобный и очень универсальный головной убор. Почему? Потому что у него есть объем. И это второй совет, как правильно подобрать головной убор. Первый совет. Подбираем под цвет глаз. Либо цвет в цвет, да, зеленый к зеленому, либо по контрасту. Ну, дополняющие цвета, полярная цветовая гармония, да, дополняющие цвета. И второй совет, как подобрать головной убор. Смотрите, чтобы шапка не стягивала вам голову, чтобы на голове был объем. Тогда будет и тепло, и прическа не портится, и самое главное, ваше лицо не уродуется. В объемном головном уборе любые щечки прекрасно смотрятся. А нам без щечков нельзя. Мы живем на севере, и если мы без щечков, то лицо замерзнет. И, как я и обещала, еще две цветовые гармонии, самые-самые простые. Это гармонии дополняющих цветов, которые состоят всего из двух цветов. Итак, вторая цветовая гармония – это фиолетовый и желтый. Если у вас много фиолетового, добавьте какой-то элемент, аксессуар желтый, и вы будете гармоничны. У меня была одна знакомая, которая работала в Иране на строительстве атомной станции. Да, она была атомщица, она строила атомную станцию в Иране. И она рассказывала, что краткий период весной, весь Иран расцветает, он весь зеленый, весь в красивых цветах, но это длится 2 недели. И все остальное время года Иран желтый, желтая пустыня. И в Иране чрезвычайно популярен
фиолетовый цвет. Все женщины в фиолетовом. А желтая пустыня, дополняющий цвет фиолетовый. Еще есть одна гармония полярных цветов. Это синий и оранжевый. Если вы едете на море. Но когда-нибудь мы поедем на море, правда? А вдруг кто-то уже съездил? Я вот в этом году не ездила. Но поеду. И когда-нибудь мы все поедем на море. Много синего цвета, синее небо, синее море. Возьмите что-то с собой оранжевого оттенка. Это будет всегда актуально. Это добавит гармоничности вашему образу. Что угодно. Шляпку, босоножки, сумочку, платочек. Что угодно. В таком климате, в такой атмосфере, где много синего, дополняющим цветом будет желтый. Будет оранжевый. А желтый там, где фиолетовый. Значит, еще раз, три самых простых цветовых гармоний, дополняющих цветов. Это красный и зеленый, оранжевый и синий, фиолетовый и желтый. И третий совет. Значит, первый совет, как выбрать головной убор. Под цвет глаз, объем, не стягивающий голову. И третий совет. Мерите. Идите в самый дорогой магазин и в самый дешевый магазин. Куда угодно. Не смотрите на цену. Мерите. И вы поймете, что идет вам. Какого вам надо качества. Какого вам надо цвета. Какого вам надо формы. Мерите везде. Больше и чаще вы найдете то, что идет вам. А после того, как вы определитесь то, что идет вам, вы подберете себе головной убор, такой же, но, допустим, более дешевый. Найдете где-то в другом магазине или закажете. Поэтому вот в ЦУМе, например, головные уборы, шапки шерстяные, могут быть и по 50 тысяч, и по 60 тысяч. Не смотрим на цену. Просто меряем и понимаем, что нам хорошо. Никто вам не сможет отказать. Все будут любезны в дорогом магазине. И с вами все будут предупредительны. И вы не обязаны ничего у них купить. Итак, это, в общем-то, было все на сегодня. Мы поговорили про берет. Проговорили про цветовые гармонии. И проговорили про советы, как подобрать для себя головной убор. И я еще раз скажу, что по цветам осени будет лекция 3 октября у моих знакомых стилистов Кати Паниной и Любовь Горшенина. Я вам дам скидку на нее вот в первом комментарии. И, пожалуйста, если вы сами затрудняетесь подобрать себе актуальные цвета на осень, то вы можете обратиться к стилистам. Вот. На сегодня все. Спасибо, кто был со мной. А напишите мне что-нибудь. Что бы вы хотели узнать, услышать? Как вам исторические зарисовки? Как вам советы по выбору головных уборов? Может быть, что-то другое? Может быть, еще о чем-то рассказать? Напишите, пожалуйста. Ну и до новых встреч в следующую среду, как обычно, с небольшой лекцией. Пока!